1 по 30 апреля в Одинцовском округе пройдет месячник чистоты. Весеннее благоустройство проводится силами МБУ и управляющих компаний после схода снежного покрова. Будут приведены в порядок парки, скверы, лесопарки, улицы и дороги, дворы и подъезды, промышленные и торговые предприятия, объекты социальной инфраструктуры, строительные площадки. Общеобластной субботник состоится 16 апреля, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. Все жители округа могут присоединиться.